Нидерланды выделяют средства на закупку для Украины радиолокационных комплексов «Вера-НГ». Минобороны Нидерландов сообщает о закупке 4 РЛС на сумму 150 миллионов евро. Так Амстердам вносит свой вклад в комплексную противовоздушную оборону Украины. Также во время контактной группы по вопросам обороны Украины будет объявлено, что Нидерланды выделяют 40 миллионов евро на закупку техники ПВО в рамках многостороннего партнерства. Эта техника будет доставлена в Украину в ближайшее время. Противовоздушная оборона и пассивное наблюдение – важнейшие элементы современных военных операций и операций безопасности. «Вера-НГ» от компании «Эра» решает эту проблему, предоставляя передовую и современную систему пассивного наблюдения, предназначенную для обнаружения, определения местонахождения, идентификации и отслеживания воздушных, наземных и морских целей. Система «Вера-НГ» состоит из трех ресиверов сигналов излучения 360-градусного охвата азимутом. В центре располагается командный пост собственной станции, который принимает и обрабатывает всю информацию от станций. Расчеты системы передают боевым постам ПВО данные относительно обнаруженных целей с координатами дальности, азимута и высоты. Технические характеристики системы следующие. Дальность обнаружения целей – 400 км с точностью до 20 метров. Диапазон рабочих частот – от 88 МГц до 18 ГГц. Количество целей одновременного сопровождения – до 200. Время обновления информации – от 1 до 5 секунд. РЛС может работать в любых погодных условиях. Система излучает нулевую электромагнитную энергию, что делает ее невидимой, рассказали в компании «Эра». Также напомним, что немецкая компания «Хенсельд» поставит Украине дополнительно 4 радиолокационные станции TRML-4D для зенитных ракетных комплексов «Айрис-ТСЛМ».